холдинг «Швабы» объединяет ряд ведущих предприятий России, разработчиков и производителей оптических и оптико-электронных приборов, в том числе связанных и с, в том числе и для различных родов войск и для гражданского применения. Последние разработки, представленные на стенде нашего холдинга, вы можете внимательно с ними ознакомиться. Они по основным техническим характеристикам превосходят лучшие зарубежные аналоги. Например, бинокли со стабилизацией изображения, выпускаемые на одном из предприятий холдинга «Швабы» в Загорском оптико-механическом заводе, имеют уникальный механизм стабилизации, отличный от зарубежных аналогов. Применяется стабилизация, механическая стабилизация. Принцип, применяемый в данных биноклях, стабилизирующий механизм, он, во-первых, в отличие от зарубежных аналогов, не требует питания. Кроме этого, прибор, оснащенный таким стабилизирующим механизмом, разработанным в России, имеющим механизм запатентованный, он имеет существенно более низкую массу. Например, зарубежные аналоги, имеющие аналогичные технические характеристики, весят от 2 кг и более. Наш бинокль весит 1 кг 350 грамм. Приборы закупаются, в том числе закупаются и силовыми структурами для оснащения подразделений, в том числе специального назначения, закупаются охранными структурами и закупаются частными лицами. Что выставка имеет большой интерес для нас. Дело в том, что данную выставку посещает большая часть целевой аудитории, которая проявляет живой интерес к нашей продукции. Многие представители целевой аудитории до момента ознакомления с нашей продукцией на стенде нашего холдинга не имели представления о том, что наша промышленность способна и может выпускать изделия, которые превосходят лучшие зарубежные аналоги.